До 1 сентября остается меньше месяца. И с приходом августа многие родители задумываются о подготовке детей к новому учебному году. Готовится к нему и целое предприятие. Так бобруйская славянка обновила 60% школьной формы. Над коллекцией трудятся не только швеи, но и художники, конструкторы, технологи. В основном используются ткани поливискозные, содержание натуральных волокон. Это так поливискоза, трикотаж. Основное направление в коллекции – это коллекция выполнена в стиле casual, то есть это и элементы в стиле налокотников, отделки, пиджаках. Для девочек разнообразный трикотаж, отделка, клетка. Среди новинок – сарафаны, юбки, блузы, джемпера для мальчиков, пиджаки и костюмы. Потребительский спрос растет на ассортимент нестандартных размеров. За этот сезон выпущено и готово к реализации более 2000 единиц одежды. На «Славянке» стремятся доказать, что форма делового стиля – это не обязательно скучно и лаконично. Она может быть элегантной, яркой и нежной, привлекать внимание своим фасоном. Как говорится, на любой вкус и цвет. От 130 до 165 рублей. Цена комплекта школьной формы для мальчика. В него входят пиджак, брюки и жилет. Одеть девочку будет немного дешевле. Самый дорогой наряд обойдется в 125. Стоимость на всю продукцию ниже среднерыночных. Потребительский спрос готовы удовлетворить в фирменном магазине. На вешалках в бутике 68 моделей. Причем 40 из них новые. Любят и покупают бобруйскую одежду не только в Беларуси. К 1 сентября уже выпущено 30 тысяч единиц ассортимента. Из них 5,5 экспортировано в Россию. Последние поставки были в Ульяновскую область. Дальше по плану Москва. Когда-то говорили, что театр начинается с вешалки. То школа и учебный процесс начинается с того, как дети одеты. Потому что форменная одежда, она всегда уже дисциплинирует детей и готовит их к восприятию учебного процесса. В планах на август произвести еще 6 тысяч единиц одежды на внутренний рынок и 5 тысяч для российского покупателя. К слову, с завтрашнего дня в Бобруйске начнет работу школьный базар. Торговые площадки расположатся на Социалистической, на отрезке между Карла Маркса и Дзержинского. Изделия предложат свыше 20 индивидуальных предпринимателей и предприятий города. Ярмарка будет работать ежедневно с 9 утра до 4 вечера. Выходной – понедельник. Еще одну точку для шопинга оборудуют возле универмага на Горького. Торговля завершится уже после Дня знаний 5 сентября. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск 360.